Ну, я не знаю, может быть, накат было лучше. Может быть. Но мы узнаем это. Вот. У меня, кстати, новшество, которое я ранее не использовал. Для GoPro-шки пульт управления, ёптать. Внешний. Мне теперь не надо будет спрашивать, она снимает или нет. Вот такие вот дела. Таким образом мы объехали это бревно. И сейчас у нас идет громаднейший в рот его колотить спуск. Но мы сегодня умные. И мы будем подниматься на нем пешком, дабы оставить силы к нашей точке назначения. До угла, да, до угла, до угла. Херась, тут автобус шумахер некий. Ай-яй-яй. Слишком много людей. О, свобода. А ну-ка, она тут стоит или не стоит? Не, не стоит. Чего? Чего? Гет! Едем мы до ретранслятора, да? Который мы всегда... Ну... Подожди, я не знаю, посмотрим. Да нет, там до него мы доедем, короче, до ретранслятора, куда всегда я вам пальцем показывал, когда мы видео снимали. А помнишь, мы его пропустили, Ник? Да. Машина, подожди. Ну вот, до ретранслятора проедем мы через ГЭС, через три района, да? Через ГЭС, через три района, потом... Потом надо будет проехать 2 километра подъема жесткого, а потом спуск это будет. А там подъем будет грунтовка или асфальт? Асфальт. Вот, то есть можно будет вжаривать некий на велосипедах. Отлично. Вот. Не. Так, ребят, мы сократили просто огромнейший путь. Сейчас мы поднимемся, я вам его покажу. Мы обычно ездили через надземный переход. Подожди, некий, я покажу. Вот мы, короче, там проезжали, ехали по этой зеленой-синей херне. В общем, делали огромный круг и выезжали с той стороны. А сейчас мы просто съехали по дороге, вот там. И вообще, все, мы на месте. Мы идем. Просто красиво. К ним прыгнуть, а? Они по-любому едут туда, куда нам надо. Вот и все, Никит. Ух ты, какой красивый ман. А мы делали такой огромный путь, и ради чего? Не понимаю. Направо. GoPro-шка хорошо включается с пульта. Вот и все. И тут не надо переезжать 2 дороги, точнее 3, да? Офигеть! Трек я под видео опять выложу, я записываю его. Приехали мы до сюда очень быстро. Считай, одни спуски были. Высоту сбрасывали. Мотоцикл. Мотоцикл! Ребят, пропускайте нас, пожалуйста! Кто будет первый? Есть, есть. Спасибо, мужик.
Я чуть не ёбнулся некем. Бьется током. А! Вот это близко! А? Подожди, подожди! А! 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 Больно как! Некит, у меня прям руки трещат. Да. Ах, ёб твою мать. Фу. Фу. Съезжай левее, самый левый край держи. Еще левее, Некит, еще левее. Чтоб не Господа полицейские, день добрый. Они знают, что движение велосипедистов на трассе запрещено. О, так чисто, смотри. Слушай, меня опять зарядило, я прям рвать готов. А его, наверное, не будет. Но это шлюз. От шлюза ожидать нечего. Там бабка сидела. Вот и красиво. Мы так далеко еще не забирались в этом году. А сегодня мы поднимемся вон туда. Да. Это будет очень долго длиться, прям неимоверно. Вон та вышка. Когда-нибудь мы на нее залезем, я думаю. Офигеть, это пена? Некит, мы же на нее залезем когда-нибудь. На ретранслятор. Конечно, можем даже. Там это, лесенки, все удобно. Все для людей сделано, да. Все для людей. Я тебе говорю. Офигеть, там пены! Некит, у меня эйфория! Почему раньше так мало пены? Я не знаю, но сейчас просто жесть! Пацаны, мы такого никогда не видели! Сейчас нас будет трясти! Да! Ну трясти будет вообще жесть! Считай, какой объем воды выходит! Меня уже трясет на самом деле. Смотрите, лэп какая огромная. Сколько тут изоляторов? Да. Можете посчитать, насколько она. Наверное, охренеете. Пацаны, все, начинается веселье. Оп, оп, оп. Поехали! Йо, смотри туда. Ты посмотри на это молоко, не? Офигеть, ребят. Это такая мощь. Вон вода падает. Офигеть. Смотри, там затопляют все к херам. Помнишь, где мы ездили, Некит? Дорога, ее нету. Офигеть! Я сбиваю с этого. Посмотри.
Охереть, какая мощь. Че, поехали? Жесть. Вот туда упасть было бы неприятно. Охренеть! Ник, мне тоже страшно, это нормально. Радуга, смотри! Радуга! Охереть! Ты посмотри, как вода поднимается. Меня аж дергает. Трясется. Поехали дальше. Пыль в глаза летит. Полные глаза пыли вот. Не-не-не, там опасно. Глаза дует пыль. Я не вижу ничего, я вслепую еду, считай. Я щурюсь, как китаец. Там мужики снимали. Смотри, сколько там это, зелени. На меня капли попадают. Некит, а туда можно залезть. Туда залезть можно. Вот он. Пацаны, это просто жопа. Чуть в проволоку не въехал, как. О! Здорово, мужик! 18 минут снимаю уже, окажется, вообще будто только минуту только снимать начал. Эта хрень дает такие силы, тут энергия вообще просто разбирает. Водичка окропила! На зубах песок! Некит, ты представляешь, что мы будем справа на горе? Пацаны, вам страшно? Я думаю, страшно. Я не могу поверить, что он там будет. Вот на той хуйне! Адские заряды! Вот здесь походить бы. Такой шум, Некин. Все, пацаны, мы в запретной зоне, тут нельзя находиться. Нам сейчас яйца отстрелят. Вон, ребят, смотрите, все затопило, вообще все. А мы будем вон там. Вот сейчас камеры это, уроним нечаянно. А за ними следят гайцы. Гайцы за ними следят. Оп. Ну да. Это было... задница. И вот, ребят, нам сейчас туда, потом через саму ГЭС, да? В общем, я еще включусь. Ребят, да, мы очень быстро сюда доехали, буквально меньше, чем за час, наверное, да? Да. Меньше, чем за час мы уже на границе города. Будем мы вон там. Я просто не могу.
окажемся вот там. Там еще чуть левее есть гора. Мы вот на нее тоже поднимемся. Побываем сегодня там. Посмотрим, как там обстановка. Проехали мы ГЭС, да, Никит? Вот. Ну вот, пацаны, подожди. Подъем. Здорово. Я там камере помахал. Вот это жесть. Смотрите, как красиво, ребят. Куда-то едут, всем что-то надо. Смотри, как круто. Вот там мужик прошел. Он, наверное, с пропуском. Ну да. Охранник, наверное, просто так не пустит. Смотрите, какая, оказывается, тут красота. Там тетенька сидит. А мы едем. Все березами усеяно, да? Усажено. Это Могутовая, да? Мы когда-нибудь туда тоже заберемся. Но это будет потом. В общем, красота неимоверная, да? Слушай, вот если у нас сейчас эта дорога выведет за ЖД-мост, то я буду рад. Но если она нас за ЖД-мост не выведет, то я, ну, опечалюсь. Ну, как обычно. Не, ну, скажи, рощица крутая, да? Офигенная дорожка. Вот бы тут на мотоциклах поваливать, но... Не нам, не нам. Ребят, нам очень крупно повезло. Мышь какая-то. Что это они там делают, блядь? Слушай, ты устал, нет? Нет. Я вообще не устал. Это как так-то вообще? Не кажется ли, мы роботизируемся? Бля, вот это самая сложная часть. Ребят, в общем. Ого! Прохода там не было под мостом ЖД-шным. Он был с другой стороны, куда нам, в принципе, не добраться.
И мы сейчас, знаете, что делаем? Мы сейчас еще под трассой, ну, на трассой походим, да, Негис? По дороге прям. Возьми велик в руки, что ты? Ты вот так не поднимешь, у тебя уже на икрах вены. Давай, Ника! Давай! Ну, теперь настала моя очередь. Оп, 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 оп. Оп. Ника, у меня полные кроссовки песка. Че, все, пиздец? Че, все, пиздец? Жив, цел. Ребят, вот туда мы сейчас подниматься будем. Че, прикинь, мы за что? А я по ним проходил. Так. Блять, нам бы туда некид. Спустимся, нет? А? Туда, вот, туда. Вон это, краны ползают. Нам ж туда. Ну давай, иди спускайся тогда, что сесть, блядь. А я спущусь, Ник? Вот за эту хуйню держись, если что. Мик, 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 мик. Давай, давай. Наш вынос тупай, что они это плоские не сыпятся. Ну, вроде бы не высоко, точнее. Но страшно, пиздец. Вот и все. Хорошо, да? Я скажу экстремальненько. Ну все, ребят. Мы выехали. Ого. Красивая ЖДшка. А вон люди на велосипедах. Тут люди живут, тут две школы. Смотрите, ребят, как красиво. Ники, да он ну что ты боишься? Некит, мы рядом уже. Да. Ребят, вообще непонятно, где мы. Не теряй сознание, Некит! Тут вообще-то жить нельзя, Некит. Да. Ну,
Я не выживу нигде. Я не знал, что это так просто. Больше ничего, все. Нет. Очень сложно. Да. Тут новый поход дома. Может, попьем, не? Может, залезем нахуй. Я не знаю. Если охрана не будет, почему бы и нет. Ребята, жестокие преодоления высот. Стрика охеренно там вид вообще. 10 из 10. Бобик, иди сюда. Иди ко мне. Привет. Че у тебя с лапой? Хромаешь? Или Бобик пришел? Иди сюда, иди сюда. Все, ребят. Прямая дорога до вышки. Ребята, прямая дорога до вышки. Вы понимаете, что это значит? Это пиздец, ребята. Фух. Мы же такую высоту возьмем. Там, по-моему, метров 200 над Волгой. Или 300. Неужели мы сюда доехали? Мы... Да, мы сейчас долбаемся это. Вот это тут спуск, ёб твою мать. Мы сейчас долбаемся подниматься сейчас, ребят. Этот... Спуск идет 2 километра. Я это не знаю, Никит. Я думаю, так, да. А если нас запалит? Да, о! Влево или вправо. Привет! А мы себя мучаем вместо мотиков. Мы, ребят, драли вообще такие подъемы в рот. Очень сложно. 2 километра подниматься. Вон она, ребят. Вон она. Надо воды взять. Будет. Ебал, я в рот. Не сесть. Так-то вон, сократить можно. Ну, если хочешь, Никит, можем сократить. Заебало. Пацаны, наебалово. Мы думали, это последний подъем, нихуя. Никогда сюда не идите, нахуй это дерьмо. А, ребята, мы уже заканчиваем. В переносном смысле, не в прямом. Смотрите, какая красота. А, ребята, празднуйте это. Мы выше той горы. Фоткай нахуй. О, вот это подъем. Поезд, здорово. Не, ребят, красотень. Это Даунхильная трасса, Никт. Это Даунхильная трасса. Да. Вот Даунхилл, пацаны, а мы хуйней страдаем. Никит, не плачь. Мы уже смогли. Мы едем к ретранслятору. Вот он. Все, закрывайте глаза. Закройте глаза, ребят. И больше не. Ух. Вон мангал стоит. Охереть. Ох, ёбаный в рот. Все, ребят, мы доехали. Я не верю своим глазам. Глазам, ногам, рукам. Был и нога больше. Не гитарь, вот это что-то новое. Некит, просто не эпиздрическая высота. Был шаман и
больше нет. Позвони некто. Ребят, в общем, это у нас такое празднование 1000 подписчиков получается, да? На 1000 подписчиков мы решили сюда приехать. Вам показать и самим отдохнуть. Но отдыхом это, конечно, не назовешь. Но красота тут просто зверская. Это просто невозможно представить. Тут такая высота и красота. Вот если туда вниз упасть, это будет очень страшно. Мы, короче, приехали вот оттуда. Мы ехали через ГЭС. Мы ехали там. Мы ехали через город вот этот. Поднимались в гору. Это просто зверски. Я пошел в селфи. Просто я даже на камень сесть захотел. Ты всмотрись вдаль, это просто нереально. Это просто жесть. Тут все видно. Никит, мы на самой верхней точке, ты понимаешь? Я нет. Ребята, это просто что-то невозможное. Вот тебе смотровая, Никит. Тут он клоп прилетел ко мне. Ублюдок. Да, отсюда просто неохота уходить. Ну все, ребят, мы уезжаем отсюда. Место это нас приняло вообще замечательно. Вообще никаких проблем не было. Кроме, собственно, подъема. Офигенное место. Мы едем и жрать! А, некит! Ребят, жизнь... Жизнь есть! Жрайте! Жрайте! Погнали, блядь! Ребят, короче, вода вскипает. Какой-то пиздец происходит, блядь. Вот, короче, 4 пакета гречки. По 2 каждому. Мы добавим в них... Мы в них добавим соль из вермишели. Будет вкусненько, пацаны. Все, сейчас закипит. Кинем туда 4 пачки. Все. Мы просто решили себя на 1000 подписчиков побаловать гречкой. Вы понимаете, 1000 подписчиков не раз... В неделю случается, а раз в 3 года мы вот решили себя побаловать гречкой. Не знаем, что из этого будет, ребят. Но спасибо вам, что остаетесь с нами и смотрите меня. Ребят, пошла гречка.
Закидываю, да? Да. Надеюсь, ее не оплавят нет. Блять. Ух. Раз. Все, они вместятся, наверное. Скорее всего, по два. 15 минут мне надо варить. 17 на 2. Давай себе 4 можно. Засунуть? Да. Да пофиг. Она проварится, интересно. Сука, четвертая не вылазит. Ребят, места не хватает. Приходится палкой поджимать. Засмолился весь красавец. Воды не осталось совсем, слушай. Трис. Надеюсь, она сварилась. Если не сварилась, то хуёво. Ну, ребят, начинает. Всё, ребят, начинается гречишная жизнь. Гречишная. Еще? Ну да. Ах, горячая какая. Гречка, 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 гречка. О, смотри, Никит, сколько я тут. Что, я пойду вскипячу это. Ну, нагреть, да, хотя бы. Что-то, ребят, мы погорячились насчет гречки. Мне кажется, я это все не съем. Что, много там? Я там просто жопой жуй. С каждым выездом гречку брать больше и больше опыта. И мы теперь знаем, что ролку можно не брать, сразу одну пачку увел и все. Что такое? Все, ребят, мусор весь в костер кидайте, он там сгорит к чертям собачьим, ничего от себя не оставит. Ну все, ребят, мы это должны, блять, как-то перемешать. Я даже перемешать не могу, Ник. Мне нравится. Слушай, охеренно. Мне так еще больше нравится. Ничего так вкусненько. Тут комары летают. У нас кончается гречка. Ну, подходит к концу уже. В принципе, ее оказалось намного больше, чем мы ожидали. Вот там лапша сварилась. Комаров тут очень много. Гречка кончилась? Гречка кончилась у нас еще? Ну да, у меня гречка кончилась. Да. Нифига, ты можешь. Не знаю, Никит. Еще остался один пакет. В общем, два пакета на каждого человека. Это просто огромная доза, блядь. Это невозможно жрать, ребят. Вот если вы куда-то едете, берите вот, ну, пачку возьмете и варите себе только один пакет. В этим пакетом нажретесь вот в три горла. Я вам зуб даю. Потому что вот два пакета вот в этот котелок не влезли. А в этом котелке глубины... Ну вот глубина с мой палец. Вот. Ну и ширина, видите, с ладонь. И туда не залезло два пакета гречки. Это просто колоссальные размеры, так что очень дешево, вкусно. 4 рублей 10 где-то. 12 стоит этот пакет. Так что берите. Но варите только один себе. Вот, вода у нас кончилась. Костер мы потушили. Там еще какая-то резиновая лапша, но мы ее дух угара отдадим. Скорее всего, есть не будем. Вот. И батарейка садится уже. У меня сегодня ушло две батареи. Вот сейчас последняя стоит, и она тоже разряжается. Не знаю, почему. Мы поели гречки, попили воды. Место офигенное. Да, место просто офигительное. Аппетит тут неимоверный, я вам скажу. Но воды здесь нет.
рюкзаки ничего не весят. Ну и сейчас мы поедем домой. Камера у меня разрядится быстрее, чем мы въедем в дом, но, в принципе, там уже снимать нечего, вы там все видели. Надо еще тормоза прокачать. Все, пацаны, поехали! Это место нас провожает своей красотой. Да, изумительное место. Спасибо месту и ребятам, которые его придумали. Сейчас просто спуск будет. А, я вот хочу просто вам спуск этот показать. И все. Больше кроме спуска я ничего вам не буду показывать. Я тоже. Я что-то саканул. Чего? Тормози! Пиздец, Снегит, пиздец! Вот это спуск, ребят, у меня слезы пошли! Опасно! Очень опасно! Пиздец опасно! А? Некоторые мне тормоза задние отказали, Крепче держись и езжай куда хочешь. Очень опасно, ребят, очень. Поехали, поехали. Это 10 из 10, блин! Пиздец! Вообще пиздец! Вот это скорость, да? Просто ж! Жопа, да? А еще еду, там ёмки. И просто их перелетаешь, блядь! Вообще жесть! Пытаюсь тормозить, и прям Не, ну жопа была, скажи, да? Не, ну там было, наверное, под полтинник где-то. Давай посмотрю. Ребят, смотрите, 58 километров в час мы сегодня развили. Просто вот этом... жопа. Прям все до конца. Ты такой, до конца. Поехали, Ник. Вот там мы были, ребят.
Вот на той горе. Вот прям там. Жесть. Все, ребят, домой едем. Устали очень сильно. Уже литр воды выпили. Дорога домой какая-то побыстрее у нас получается. Потому что домой хочется. И отдохнуть. Вот там мы были. Вон оно, да? Просто жесть. Представляете, мы только что оттуда. Я не представляю себе. Это, блядь, вообще невозможно. Нам настолько это все просто нравится, что мы туда доехали, поднялись в гору. Пиздец. И там, ну, домой все доехали. Да, это просто ад. Как? Вот у меня мурашки, похоже, за этого. Я не понимаю просто, блядь. Как можно быстро так доехать оттуда, а? В нашем сердце, пацаны. Кстати, да, если бы вы не видео не смотрели, мы бы туда не поехали. По большей части так-то хочешь, ну, не просто покататься, а чтобы еще и вы это увидели. Да, чтобы вы это посмотрели. Да и не еще и не просто показать, еще и эмоции передать. А это, блядь, вообще сложно. Невыполнимо почти. В общем, ребят, этот день для нас супер знаменательный тем, что мы в этот день побили все наши существующие рекорды. Рекорд по длине поездки, по набору высоты, рекорд по продолжительности, по времени, наверное, по скорости, по времени, по высоте. Мы сегодня побили все, что могли. На тысячу подписчиков мы дали жару. И, ну, по скорости это самое интересное. Мы сегодня ехали 58,5, ну, считай, 59 км в час на спуске. Вот там, куда поднимались. Это такая задница была. Ребзи, это просто жопа.